Югорские слэш-хоккеисты буквально закидали своих соперников из Японии. Накануне наша команда сыграла с одной из сильнейших сборных мира. Она была серебряным призером Паралимпийских игр 2010 года. Победа получилась разгромной – 11-0 в пользу Югры. Наши спортсмены прессинговали на протяжении всего матча, практически все время провели в зоне атаки. Все броски японских хоккеистов в сторону наших ворот были безуспешны. Сейчас, по итогам предварительной стадии турнира, Югра на первом месте в группе А. Ее соперником в полуфинале станет команда Удмуртии.